Доброе утро. Лабден. Что-что? Здравствуйте, значит, лабрит. Добрый день, ну или чао. Я не понимаю вообще ничего. И я не совсем понимал, пока не узнал, что к нам в гости идет человек, который только что побывал в Латвии. И сейчас мы встречаем в этой студии. Тина Гарник, доброе утро. Тина Гарник, нашу большую путешественницу. Пожалуйста, в том смысле, что участницу рубрики «Большое путешествие», которая только что, ну или совсем недавно, вернулась из Риги. Ну не то, что прям совсем недавно, но... Ну недавно. Конечно. Все же относительно. Все относительно. Расскажите, вот почему Рига, почему не Париж, например, или вы все уже объездили, вот осталась только Прибалтика? Ну, мне вообще странно, когда про Прибалтику говорят так, что все объехали, а потом можно в Прибалтику. Вообще достойное внимание, место. С этого стоит начинать? Да, конечно, это тем более, и не так давно это была еще наша страна, вообще говоря. Там много увлекательного и интересного на стыке Европы и России. И кроме того, я всегда хотела увидеть Зимнее море, и вот как раз мне это и удалось именно там сделать. Давайте сейчас посмотрим видео об этой замечательной стране, а после продолжим наш разговор. Латвия – прибалтийское государство в Северной Европе, столица – город Рига. Республика граничит с Эстонией, Россией, Белоруссией и Литвой. Для посещения Латвии граждане России должны иметь шенгенскую визу. Для любителей сложных туров это реальная возможность сочетать отдых в Латвии с поездкой в соседние страны с одной визой. Литва, Эстония, Швеция, Финляндия, Чехия, Германия и другие. Прямые перелеты из Екатеринбурга осуществляют чешские авиалинии. Время в пути – около 2,5 часов. Цена вопроса – от 17 тысяч рублей. Дешевле будет, если возьмете авиабилеты заранее по скидкам авиакомпании или отправитесь в Прибалтику через Москву. Оформить визу можно в консульском отделе и генеральных консульствах Латвии в России, а также в Екатеринбурге в консульстве Венгрии. Сейчас очень важный вопрос, который тревожит всех. Что с сервисом? Очень хорошо, что за скептический взгляд. Там все прекрасно. Просто везде нам про разные страны тут рассказывают и говорят, что вот тут вот там нет сервиса, здесь сервис так себе, а здесь за сервис нужно биться. Там европейская страна, правильно? Вполне европейская страна, особенно то, что касается исторического центра или каких-то туристических в той или иной степени городов. Скажем, хороший пример, мы поехали в Юрмалу, и зимой в Юрмале нет никого, там просто город вымирает. Там живет 3000 человек, местных жителей, которые летом обслуживают гостей, а зимой их там нет никого. Но ради нас юноша, мало того, что там встал с постели и так далее, он пришел, открыл нам кафе, чтобы мы могли попить кофе, потому что была плохая погода, и он нас пожалел. То есть, в принципе, там довольно человечные, открытые люди, которые готовы в любой момент чем-то помочь и так далее. Скажите, вы по путевке ездили, либо дикарями, что называется? Нет, я убежденный самостоятельный путешественник, я никогда не езжу по путевке. Заранее планировали, либо уже там, прибыв в Латвию, вы решали, куда поедете? Заранее все, мы продумали весь маршрут, и в том числе у нас Таллин был дальше по маршруту, и мы еще из Екатеринбурга купили билеты на автобус, чтобы доехать до Таллина и обратно. И вы передвигались на автобусе между, да? Там, между объектами, между объектами, да. А где жили? Мы всегда снимаем апартаменты, поэтому мы снимали, арендовывали апартаменты и жили в квартире, по сути. В Риге это очень удобно, потому что там есть рынок, превосходный рынок, который просто, ну, одно из главных впечатлений рижских – это рыбный рынок, где можно купить там свежайшую рыбу, выловленную буквально вот несколько там часов назад, и ее, естественно, гораздо интереснее готовить дома, чем покупать. А что за рыба, расскажите? Лосось, например. Только он такой, что он пахнет лосось. Его есть хочется еще на рынке. Вот он прям вот очень... Некоторые так и поступают. В Балтийском море лосось ловят? Ну, они, наверное, куда-то выплывают, потому что все близко. Понятно. Скажите, вы ездили в Таллин, да, вы сказали, на автобусе. А как вот с визами? Ну, это же Евросоюз, поэтому это одна общая виза, которую здесь у нас в Екатеринбурге дает венгерское консульство. Это латвийская виза. И с ней уже внутри Евросоюза никакой проблемы никуда поехать нет, в том числе в Таллин. А у нас что, обе эти республики, и Латвия, и Эстония в Евросоюзе? По-моему, какая-то одна из них. Нет, обе. И Литва тоже, они все там. Так это Шенген выдается? Да, просто... конечно. А, да, Шенген выдается, я думал, там какая-то конкретная узкая виза. Нет. Шенген, нет. Все, ясно. Так, давайте сейчас поговорим о коммерческой составляющей поездки. Вот вы, как уже человек
побывавший в этой замечательной стране, как можно сэкономить, с чего нужно начинать при подготовке поездки в эту страну и где там есть какие-то нюансы, хитрости? Ну, сэкономить прежде всего можно на переезде-перелете. То есть, если у кого-то есть время, можно поехать на поезде, это будет где-то вообще 8 тысяч рублей туда-обратно. То есть это плацкартом через Москву и так далее. Но это минимальный как бы размер. Ну, или через Питер. Ну, через Питер, да. Мы летели самолетом, это стоило около 12 тысяч по распродаже. В общем, туда-обратно мы купили билеты. Вот. Мы жили в апартаментах, это всегда дешевле, чем снимать гостиничный номер. Ну и, естественно, если готовить завтраки дома, там, время от времени какую-то еду дома и так далее, это, естественно, снижает стоимость сразу же, потому что основные расходы всегда падают вот на какие-то такие бытовые. Что с языком? Вещи. На каком языке вы общались с латвийцами? В Латвии говорят по-русски все. То есть молодое поколение чуть-чуть хуже, но говорит. Старшее поколение, они, я не уверена, что они по-латышски умеют, они, скорее всего, только по-русски. В Эстонии хуже немножко, то есть в Эстонии лучше знать английский, но там тоже через каждый третий человек говорит по-русски. Не, но если в Латвии мэр города Рига, извините, русский. Он русский, да. Ну да. А телевидение не включали, там есть какое-нибудь русскоязычное? К сожалению, не могу вам сказать. Но есть вообще. Там очень большой процент населения русские жители, русские люди, которые не хотят изучать принципиально никакой иностранный язык, и у них там, можно сказать, гетто. Ну, то есть они живут совершенно прекрасно вокруг улицы Московской и с характерным названием. Недалеко от рынка как раз. На рынке говорят только по-русски, только с московским акцентом. Класс. Вот, то есть это такой колорит вот этого, да, когда как, такое смешение прекрасное абсолютно. Хотя бы ради вот этого, вот, этой атмосферы стоит поехать посмотреть. Давайте еще последний вопрос. Будущим путешественникам, что вы завещаете? Каких ошибок, может быть, сделанных вами, стоит избежать? Вопрос под коврикой. Дело в том, что каких-то там просто чувствуйте себя как дома. То есть вы все сделали правильно, и можно совершенно спокойно по вашим стопам ехать туда. Абсолютно. Это одно из самых спокойных путешествий, которые у меня были. Спасибо. Гостина Гарник, наша большая путешественница, рассказывала о своей поездке в Ригу, в Латвию.